Продолжаем ремонт заломчика на крылышке. Складочка подразгладилась, но надо еще выдергивать вот эту часть. Вклеиваемся дальше. Понечку получается выклеиваться и выдергивать неровности. Где-то получается перебор, где-то недобор. Ну, в общем и целом, поверхность уже приобретает нужную форму. Уже ушли те такие резкие, огромные, крупные заломы. И все подравнивается. Здесь этой частью я пока что не занимаюсь. Занимаюсь вот этой частью, где два ребрышка. На съемке видны все дефекты. Сейчас надо немножко пробить то, что перетянуто, и продолжить. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящий из унылого, гнусавого, однообразного воя на двух-трех нотах. Вот здесь вот. И с мрачными лицами. Надо убирать. Пробивать и поднимать. Этих по целым часам. И также вот в этом месте. Итальянские народные куплеты. И вот здесь. И хохладские бунты. Хуже, более-менее все. Форму приняла нужную. Вот эта часть. Вот эти вещи. Еще у нас нуждаются в правке. Плохо то, что все находится рядышком с оконечностью крыла, рядом с кромкой, а крыло тут крепится только в двух местах, и крыло как бы в подвешенном состоянии пружинит, что мешает в работе. Ну вот, осталось поправить бровку. Я к вам по такому делу, чтобы моментально обрадоваться. Более-менее ничего. Но я не один. Вот здесь еще надо подправить вмятину. Месье Роман, вы знаете, кто я? Я знаю, кто вы. Вы Моисей Финский. И вы Миша Японец. Все так. Все ровно. Ну, может быть, вы не слыхали за голову? Пришли, забрали, убили этого дома. Значит, вы думаете,
Извините, все же надо ехать. Эх, отстаньте, я сам сломал голову. Ехать, не ехать. Я думаю, надо не ехать. Я думаю, надо посмотреть. Хотя смотреть на ну, такое... вот и все. Никакого не дано. Как говорится, финиш. Всем удачи, пока-пока. Ставьте лайки, пишите отзывы, задавайте вопросы.